Огонь вторых европейских игр преодолел не одну тысячу километров и, наконец, добрался до города на Березине. На площади Ленина, символ крупнейшего мультиспортивного форума, встречали сотни горожан, почетные гости и лучшие спортсмены. Хранители огня передали лампаду с пламенем мира градоначальнику. С этого момента Бобруйск перенял эстафету официально. Благодаря эстафете, которая даст старт грандиозному спортивному форуму 2019 года, город на Березине станет частью европейской спортивной истории. В нашем городе факелоносцами стали именитые земляки. Среди них эстрадный певец Руслан Алихно. Звездный посол вторых европейских игр подхватил пламя и пронес его по главным улицам Бобруйска. К эстафете огня подключились олимпийские чемпионы Александр и Андрей Богдановичи, двукратный рекордсмен книги Гиннесса Евгений Лось, обладатель последнего Кубка Советского Союза по гиревому спорту Вячеслав Хронека и другие. Я впервые участвую в таком событии и для города, и для страны. И, конечно же, для меня это честь удержать этот факел, пламя огня у себя на родной земле. Уже завтра факелоносцы пронесут пламя мира по знаковым предприятиям Бобруйского района – красному пищевику, Белшине и СПК «Гигант». После путешествия по нашему региону огонь вторых европейских игр отправится в Гомельскую область. Людмила Любимцева, Андрей Богдан, Максим Галионко, Бобруйск, 360.